Всем привет. Пришла очередная хреновина, такой черный небольшой пакетик. Судя по объему пакета, здесь у нас матрасик, не матрасик, а коврик ванны. Что там с ванной вышел, наступил, и тебе приятно, хорошо. Холодный пол не стал, особенно сейчас. Скоро зима, в ванной холодно будет, пока не дадут. Пока отключают горячую воду, вы как любят они, как раз скоро отключат горячую воду. Разлык. Вот так, короче, откроем. Как раз первому делу. И пишу матрасик. Ууу, матрасик. Коврик. Что-то я про матрасик заговорил. Он такой бежевый. Не знаю, бежевый на гораздо или нет. Так, у нас открывается. Вашей походу нет. Придется. А, нет, вот он. А, вот он. Ну, здесь такой прорезиненный больше, чтобы не скользил. Классно. Слушайте, классно. Блин, вообще божественный. Прикольно. Вот единственное, что как он будет влагу себе впитывать, как будет сохнуть, ванну все-таки. Ну блин, на ощупь, конечно, классно. На ногами вступать в нем офигенски. Еще, кстати, можно такой матрасик собачий мелкий подкладывать. Тоже классно. То есть он найдем. Очень плохо скользит. То есть у меня тут на столе он еле скользит. На кафельной плитке, так это будет очень быстро. Так что, ну, такой матрасик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ссылки все будут в описании. Делитесь видео. И подписывайтесь на группу в соцсетях. Всем спасибо, всем пока. Спасибо, всем пока.